что мы, русские, являемся самым большим народом белой расы на всей земле. Да. Мы, вот эти вот, которые сейчас вот здесь собрались, мы-то нормально. А, не буду объяснить. Вот в чем дело. И вот на нас Господь положил бремя нести. Это Киплинг написал, промечал, это отдельная тема. Мы, люди белой расы на земле. Не будет нас, русских, не будет белой расы на земле. Что стало с этими европейцами, да, мы уже знаем в Европе, что с ними уже стало. И с нами то же самое сейчас делают. Мы с вами, супруги, приехали не из Москвы. Мы приехали из города Москва-Бат. Потому что у нас там уже найти в некоторых местах, особенно в спальных районах, там проблема, русские боятся выходить, девчонки, на улицу в Москве. Потому что вот зельки ходят, и надо представить и так далее. Ну, и совсем непосредственно.